У меня живот свело. Хера себе. Два-три жени. О, у меня ноги онемели. Да-да, перегрузка. Очень капец. А зиплинер, кажется, фигня. Вообще. Это еще от стропа, у нас стропы длинные. Парашют как-то не так. Да. Там стропы короче. Самочувствие хорошо? Да. Только ноги не мые. Ну. Такой временный эффект. Пройдет. Получается, за счет того, что падаем быстро, за счет этого получается такая перегрузка. Ускорение. Может садимся даже? Не, ну чуть-чуть отъезжаемся, но сейчас ну, чуть-чуть ветер дорога. За счет трюков оно съедается высота быстрее, ну кайфа больше. А мы больше ничего не будем делать, да? Больше ничего не будем делать? Больше большой сделаем. Понравилось. Так я о чем говорю? Не, ну как бы смысла без этого никакого. Да. Лететь. Я с ребятам скажу. Обычно как бы для нашего человека это ну надо. Поворачивайся лицом ко мне. Поздравления. Видео. Все довольны, все живы. Да, да, охуительно. Все, полет состоялся, Скай Атлантида, летайте с профессионалами.